как понимать слова Николая Левашова из его книги, что тело Светланы Левашовой было восстановлено и находится в Лунной долине. Вы задаете правильные и хорошие вопросы. Тут есть нюанс. Дело в том, что я могла бы дословно рассказать, что там происходит. Во-первых, я не могу выдавать информацию о других людях, в частности, о Левашовых, без согласования с ними. То есть сейчас мне нужно будет на какое-то время прерваться, чтобы соединиться с ними, чтобы поговорить с ними, чтобы принять какое-то решение, какую информацию можно выдавать, на каких условиях, кому конкретно. Понимаете, если сейчас вот так просто рассказать, во-первых, это неэтично по отношению к Николаю и Светлане, а во-вторых, есть товарищи, которые нам совсем не товарищи. И то, что я скажу, может быть, ими использовано для того, чтобы на планете творить как можно больше зла. Потому что им нужны только маленькие подсказочки. Это достаточно развитые люди, которые с помощью маленьких наводочек могут продолжать усиливать зло, которое у нас и так без этого достаточно. В каждой мистической школе были, так скажем, круги доступа по информации. То есть представьте себе мастера, у которого есть ученики, ближайшие люди, с которыми он взаимодействует каждый день. Вы же понимаете, что этим ученикам выдается один пакет информации. Есть родственники учеников, которые иногда приходят на лекции мастера. Им выдается другой пакет информации. И пакеты эти не должны между собой смешиваться. То есть люди, получающие пакет информации повышенной сложности, не могут передавать его людям, которые пока не готовы к такой, к обработке, так скажем, этой информации без стресса. Поэтому вопрос правильный, вопрос красивый и хороший, но я не могу на него ответить, потому что это видео посмотрят сотни, а то и тысячи людей. У нас есть видео с просмотрами, по-моему, за 25 или даже за 30 тысяч. Мне не хотелось бы, чтобы этой информацией пользовались люди малоадекватные для того, чтобы творить зло. Григорий, добавишь что-нибудь? Помнится, насколько я помню, когда читал Левашова, он сказал, что технологии восстановления умерших, они есть. Вплоть до того, что достаточно одно ДНК человека, там небольшая, и просто из этой ДНК создается заново человек. Даже на более тонком уровне можно и без этого обойтись. То есть информация о человеке, о его, скажем так, энергоматрице, даже когда человек умер, она остается. И по этой матрице можно человека заново материализовать. Был такой случай, я не помню, в Индии, по-моему, какой-то из известных учителей, он не родился, а он сразу появился, ему 18 лет было. Это известный факт, достаточно его обычно умалчивают, дабы у ученых не было шока. Да? То есть такие технологии есть. Если появляются души, которые, скажем, если правильно сказать, восстанавливаются оболочки после разрушения заново, да, то они существуют в определенных местах, соответственно, ну, вот идет война, да, то есть вы там убили генерала, да, вот надо этого генерала восстановить, такая технология есть, да. Его же не восстановят прямо посередине поля боя, да, то есть он будет восстановлен, спрятан в том месте, где его снова не уничтожат. Да. Соответственно, если для этого генерала нет, скажем, достаточно укрытия, то он появится и будет находиться в тайном месте. Вот разные вещи, включая там Луну и циклы Луны, и пространство, связанное с зоной обслуживания Луны, да, то есть своего рода секретные зоны, и туда всех не пускают, то есть там можно кого-то спрятать. Таких зон достаточно много. Если воссоздается чья-то физическая оболочка, да, то она может находиться в разряженном состоянии, то есть более высокочастотном, вот, и находиться в этой зоне. Потом из этой зоны она может самостоятельно выйти и материализоваться, например. Особенно если душа тонкая, и есть возможность, например, дать ей возможность самой этот процесс осуществить. Либо там существа тонкого плана определенные, имеющие полномочия, это могут делать, например. Ну, просто нужно понимать, что на Земле шла война. Война – это своего рода шахматная, вроде шахматной игры, белый и черный, да, если кто-то там какую-то крупную фигуру из черных у белых уничтожил, да, нельзя просто так взять и заново поставить ее на фигуру, на игровое поле. Есть правила игры. То есть, если там демонический мир в программе, в высшей программе обучения Творца, да, в программе воспитания светлых, там, в этой войне, если паразиты кого-то сняли с этой доски, то просто так поставить ее нельзя. Да, то есть, хотя технологии есть, ну, соответственно, и наоборот, есть договор определенный. Вот. Но если произошло по каким-то причинам такая ситуация, что она была восстановлена, да, то это восстановление обычно привязано к какой-то точке локализации.
Спрашивать это может человек, для которого это принципиально важно. Например, он работает с энергиями, которые давала Светлана, и ему, например, нужно уточнение информации, какой-то настройки. Да? То есть тогда точка локализации, например, поможет ему эту связь усилить. Представьте, что вот существует некая зона, куда вы не попадете по многим причинам. Не потому, что вы, например, плохой человек, потому что, ну, как вы знаете, есть на каждом предприятии, предположим, зона высоковольтного трансформатора. И туда не пускают всех, где высокое напряжение. То есть кому-то интересно, наверное, да, но всех туда не пускают. Или есть в банке хранилище, где деньги лежат, да, но детей почему-то туда не пускают. Ну, например, да, и не потому, что они плохие, потому что в определенных зонах просто так появляться, потому что кому-то интересно, нельзя. Из всех потенциально возможных вытекающих. Есть такая зона, зон много. Если у вас сознание вырастет до определенного уровня, вам дадут возможность тут, к этой зоне подключаться, туда считывать информацию, общаться с теми, кто в этой зоне находится. Зона там Солнца или Луны – это определенные частоты, в которых может жить сознание, может жить тело, перешедшее в немножко другой частотный диапазон. То есть каким-то душам легче жить в частотном диапазоне, который связан с энергиями Луны. Кому-то там Солнце, кому-то еще каких-то. Их на самом деле много. Оболочек у Земли достаточно много. Иногда Левашов давал такую в некоторой степени секретную информацию, но только как типа хвостик вот такой вот есть, и вот это вот там. Вот, да? То есть, и понятно, почему он эту информацию не давал. Учитывая ту ситуацию, что Левашов путешествовал, скажем так, в своих путешествиях сознания достаточно далеко, но он, насколько я знаю, ни разу про купол не рассказывал. Да? Это же тоже не случайно. Не означает, что купола не было там 5-10 лет назад, или он его не видел. По определенным причинам про купол рассказывать не нужно было. Он и не рассказывал, потому что не видеть он его не мог. Поэтому, если какая-то информация не раскрывается более широко, в этом есть естественная составляющая, это как называется в технике, техника безопасности. Ребенку не рассказывают, как можно открыть балконную дверь и вылезти на балкон, если люди живут на каком-то там этаже, чтобы он не убился. Вот. Поэтому эта информация в известной степени закрыта. Только ваше сознание вырастает, ваши способности вырастают, вы получаете возможность доступа к этой зоне, то есть в этот регион. То, что тело человека можно восстанавливать, то есть это вопрос только технологии, да, то есть это вопрос, вещи можно выращивать и выращивать по быстрым технологиям, да, то есть были известные случаи, когда была история. Мне рассказывали, как есть такой специальный сертификат, его дают целителям какой-то категории. Да? То есть одна из заданий, помню, вот на таком тестовом семинаре было вырастить из семечки дерева. Причем нужно было вырастить это дерево за минуту. То есть вам дается земля, дается семечко, вы сажаете в землю, и оно должно там за минуту вырасти там, растение высотой 15 сантиметров. То есть в природе такого не бывает, вообще никогда не бывает. С такой скоростью растение не растет. Но используя определенные силы, это сделать возможно. То есть можно генетически вырастить, а можно прямо материализовать. То есть один вид материи перевести в другой вид материи. То есть поменять частотную характеристику, ну там кое-что еще. Поэтому если Светлане было восстановлено тело, но это означает, что она появится в этом мире раньше, чем это было бы связано с его перерождением. То есть у нее еще есть какая-то задача, которую ей нужно решить. И у Левашова тоже есть такая задача, то и связано с быстрыми процессами, то, возможно, то же самое. Понимаете, в эти места, вот, где лежат подобные, так скажем, тонкополевые системы развитых людей, не то чтобы нельзя ходить, просто, понимаете, ну как бы Бога победить нельзя. Бог сам создал демонов. Для чего? Для того, чтобы тренировать все, что вокруг Бога движется. То есть демоны абсолютно управляемые существа. И когда дается запрет на вход в подобные структуры, вот как, допустим, дележат тонкополевые системы Светланы сейчас, это как бы Бог отбирает у детей спички, чтобы они не подожгли дом. Потому что если бы эта информация выдавалась, туда бы ринулась какая-то когорта, так скажем, не особо развитых существ для того, чтобы поводить там своими не очень воспитанными жалами, если можно так сказать. Ну а знаете такое слово «карма» волшебное? Дело в том, что за такие поступки люди будут отвечать. И вот у них возвращаются они там свои физические тела. У них начинаются трудности по жизни. У нас в жизни разве мало зла, разве мало проблем, разве мало гадости, которую надо подчищать с планеты?
Зачем, как говорится, ее множить? Поэтому мы информацию не даем не потому, что боимся, что кто-то там будет что-то плохое делать, а чтобы не умножать зло и чтобы не провоцировать малоадекватных, маловоспитанных людей на поступки, о которых они потом будут сожалеть. Thank you.